ринга Елисея Николаевна, Самарская область. В синем углу ринга Денис Козлов, Республика Мордовия. Приглашается 16-я пара боксеров Турсуналиев Носов. Судя, Дрейфи, Губатаев, Боковые, Бродников, Мотовилов, Масунов, Лука, Азиев. В этом бою веду явно преимущество первого раунда. Победу одержал боксер синего угла Денис Козлов, Республика Мордовия. Елисей Николаенко награждается с дипломом и медалью третьей степени. Награждение проводит мастер спорта СССР, судья Всероссийской международной категории Владислав Александров Чебоксарев.